Тюль Мелодия приобрела еще 3 новых цвета. Вот такая красота. Оранжевый вариант сейчас украшает наше окно. Обязательно мы с вами посмотрим, Юля, и другие варианты цветов. Особенно приятно, что хочешь сказать. Наши постоянные телезрители уже помнят Тюль Мелодия. Теперь он в новых расцветках, как ты сказала. Но самое главное, что и теперь мы готовы сделать скидку. То есть цена со скидкой, ты заметила, та же, которая была и раньше. Несколько месяцев, но цена не повысилась. Мы заморозили цену. Далее цены будут расти. Сейчас на Тюль Мелодия 990 рублей. Цена всего лишь 990. Ваша скидка 390 рублей. Это 30%, друзья, это очень выгодно. Итак, у нас 5 цветов на выбор. У нас на окне цвет оранжевый. И мы с вами сейчас будем создавать невероятную красоту. И вы тоже можете дома сделать это так же, как и я. Это очень оригинально и симпатично. Шторы «Мелодия» могут служить отдельными шторами, пожалуйста, с любым подхватом. Вот я выбрала цветок, магнит, ну все знают, хозяйки, о чем я говорю, магнитики стоят 3 копейки в магазине. Необыкновенно красиво будет смотреться этот оранжевый цвет, вот он уже приобрел, очень, да, свой красиво, сочный оттенок. У нас 5 цветов, мы с вами обязательно посмотрим все другие. Вот так вот можно. Слушай, менять размер нашей, у меня шторы, вопрос менять тебе сразу. Вариант. За счет чего так красиво драпируется, это мы обсудим, но самое главное, какие у нас цвета сегодня. Итак, 5 цветов, белый цвет, мы его с вами сейчас наблюдаем на экране. Белый цвет классический, безусловно, подходит под любой интерьер, считается классическим стилем вуаля и тюля. Поэтому, пожалуйста, с любыми вашими портьерами. Цвет оранжевый сейчас вы видите на экране, он же украшает сегодня наше импровизированное окно. Цвет зеленый, очень красивый цвет, сочный, очень приятный, такой с салатовым оттенком. Цвет голубой, мне нравится очень красивый вот это, цвет, очень, морская гамма, да, в моде в этом сезоне. Голубой цвет и цвет бежевый, такой цвет айвори, цвет молока. Ну, когда будете заказывать, говорите бежевый. Итак, Тюль Мелодия в 5 цветах, оптимальный размер. Это 300 сантиметров на 260. 260 высота тоже очень удобная, вам не нужно будет подрезать тюль. Это, ну, наша классическая высота потолку. Итак, друзья, сегодня цена значительно снижена, 990 рублей. Давайте вживую посмотрим действительно эти расцветки. Поярче выглядит, правда же, чем на картинках. Да, смотрите, да, абсолютно, чтобы согласно посветлее, красивые, невероятно. Вот сейчас вы видите воочию, как выглядит. Причем один к одному вживую эти расцветки выглядят точно так же. Вы знаете, чем хорош все-таки выбор цветов именно у тюля, у вуали? Потому что шторы могут служить и самостоятельным украшением для любой, причем комнаты, самостоятельным нарядом для окна. А также вы можете за счет вот такой богатого выбора палитры подобрать под свои портьеры, причем абсолютно под любые, и менять интерьер без ремонта, без масштабных преобразований. С тюлем «Мелодия» вы будете обновлять ваш дом в любой комнате. Новое дыхание в вашем. Да, и Юль, тот вопрос, который я тебе задала буквально минуты ранее, да, попросила тебя сказать, за счет чего вот эта драпировка красивая. Ты знаешь, у этого тюля потрясающий матовый, именно матовый блеск. Это выглядит дорого, это выглядит действительно эстетически очень красиво. Давайте с вами на это еще раз посмотрим. Вот он матовый, этот блеск. Вот такой перелив необыкновенный дает уникальный материал. Мы его для упрощенности называем вуаль. На самом деле, да, если с научной точки зрения говорить, производственный, это полиэфирное волокно нового поколения. Очень прочное, внешне имитирующий шифон, уплотненный шифон, его так и называют. Чем он лучше, чем, например, обычный шифон? Тот разъезжается. Здесь плотность хорошая, и можно стирать даже не на деликатке. Но все равно, чтобы поберечь, стирайте 30-40 градусов. Очень хорошо отдельно летом вешать на кухню. Это просто отдельный сейчас совет. Потому что полиэфирная ткань замечательно отталкивает пыль, и очень хорошо с нее отстирывается жир. Даже при легких температурах 30-40 градусов, жировые загрязнения, все-таки копоть на кухне мы готовим, это понятно, отстирывается прекрасно. Итак, друзья, получайте 390 рублей скидки. Главное, сделайте выбор прямо сейчас. Я напомню, есть у нас еще 5 расцветок. Синий цвет, голубой на вашем экране. Есть у нас еще зеленый, белый, цвет айвори. И на нашем окне, конечно же, еще оранжевый цвет. Тюль Мелодия вернулся в наш эфир с новыми расцветками. Мы предлагаем вам выбрать прямо сейчас. Кстати, если вы наш новый телезритель, вот такая мне
мне кажется, покупка – это хороший вариант для того, чтобы начать дружбу с нашим телеканалом. Оригинальная расцветка, плюс очень бюджетная и выгодная покупка. Очень красиво универсальное полиэфирное волокно, которое замечательно отстирывается, которое является базовой вещью для украшения вашего окна. И самостоятельная штора, пожалуйста, вот я украсила магнитом. И можно как в комплексе с вашими любимыми портьерами. Качественная современная ткань, сделанная на высокотехнологичном оборудовании, которая не боится солнечного света, никогда не выгорает. Отлично отстирывается, ее не нужно гладить, только не пересушивайте в машинке, пожалуйста. То есть еще и оптимальный размер. Это 300 на 260. Итак, друзья, мне сообщают уже сейчас, что оранжевый самый приобретаемый цвет. Приобретайте свой уникальный цвет, свою расцветку, которая ближе вам, которая вам по душе. И самое главное, не забывайте, если вы сегодня утром, к примеру, уже сделали заказ, а сейчас вы хотите дозаказать, дозаказывайте. Знаете почему? В течение дня вы можете набирать разные заказы и суммировать их на бесплатную доставку. Выберите свою уникальную расцветку и срочно звоните к нам в колл-центр, пока есть свободные операторы. И еще один быстренько совет. Остается чуть-чуть времени. Вот, посмотрите, еще и тюль мелодия у нас миксуется сама с собой. Пожалуйста, если вот так вот возьмем цвет зеленый. Олечка, помоги мне. Вот я хочу рядышком показать зеленый цвет. Посмотрите, их два можно приобретать. Очень красиво смотрится один с другим. Вообще роскошное будет окно. Очень красиво. Вы задрапируете, как вам нравится. Это будет необыкновенно красиво. Смотрите, какое сочетание. Пожалуйста, берите два. Тогда будет у вас 6-метровая драпировка. Необыкновенно красиво.